Всем привет, друзья. Продолжаю свое путешествие. Наверное, еще возьму какое-нибудь задание. Так. Тут все тяжелые остались. Средняя это какая-то. Доставить это место встречи Кортия где-то, не знаю. Тяжеленькие есть. Есть еще тяжелые. Этого я не знаю, получится убить. Нет, а вот этого тяжелый отряд, который... Давайте попробую. Я просто не уверен, что смогу завалить их. Ну, в принципе, они недалеко. Попробуйте, во всяком случае, можно будет. Потому что мало ли что. Так, главное не нарваться на кого, на патруль. А то я еще в розыске. Ну, пацанов, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ртов. Можно, конечно, было бы 7. 8 даже. Потому что мне как минимум еще 2 нужно. А 2 мирных профессии. 2 чувака на мирной профессии. Вот, ну пока ладно, не буду. Сейчас вот где-то сюда отряд какой-то нужно найти. И буду стопнуть. Не знаю, насколько эти чуваки сильны будут. Мне как минимум надо сбрасывать стольничек, который тут обнес, так сказать, всяких уважаемых людей. Так, во, ходят. Так, ну их не сильно много. Ну там, наверное, главный басяндах. Да, 2 пацана. Ну, наверное, у них ХП, и дохренища, они лютые. Я более чем уверен. Потому что я встречал какого-то чувака, он настолько лютый, что вообще. Не, ну не слушай, А, 4. 4 пацана у них получается. Или это мои? Нет, это мои. Я уже спорился. Поди их. Где вражина? Так, их ты пацана, и что? Или в чем их не сложность? Тяжелый написано было. Я даже не уверен, что они тяжелые. Сейчас просто их гоп-стопну, да и все. Так, вот этот чувак вот так вот. Ты сюда, наверное. Ну и все, можно начинать. Так, нужно связать боем лучник, потому что он может огнем хернуть. Будет очень неприятно. Двоих не зацепляет. Ладно, зато лучнику люлей можно отвесить. Так, ой, еще. Вот как раз лучник ходит, да? Блин, опять не цепляет лучник. Да, что ж такое? А ты? О, отлично. Сейчас лучник отсыпану. Отлично. Так, ну и можно на оборонку встать. Все. Я в домике. Лучник теперь не опасен. Теперь мой лучник выходит на тропу войны. И, наверное, вот этого со щитом чувака гоп-стопну. Гоп, стоп, и я подошел из-за угла. Ох, ему хорошо влетело. Ну и все, можно по тапкам. Пойдет он за мной, не пойдет, не столь важно. Так. А, ну этого я, наверное, сейчас просто сразу убью. Вот так то есть его. Опа! На, уважаемый. На, уважаемый. До свидания. Я пока вот это, союзная цель вблизи совершает против рисков. А-а-а. Он не работает. Что значит союзная цель вблизи? Так, вот пойдешь. Ах ты какой. Злодей. Ну за это вы заплатите. Жестоко. Так, лучник отъехал, до свидания. Нет, мы убьем. Всех. На тебе. Хорош. Так, ну денег у них не сильно много. Что печально. И все. И это все. Блин, а я забыл поторговаться. Ну ладно. О, сейчас. А, это я забил. Я думал, сейчас надо выплачивать. Лошадь пока не буду нанимать. Потому что мне хватает пока. Ой-ой, так, я вот
по лесам от местных мусоров прячусь. От стражников. Это что делать, что делать? Жизнь такая. Пришлось грабануть. О, надо перекантоваться. Я думаю, сейчас до города, чтобы будет уже осесть. Нормально так. Сейчас дам квест. Сдам задание. Можно, конечно, было поторговаться. Наторговал бы побольше у нее. Ну ладно. Что еще есть задание? Кстати, о, есть средний теперь. Вблизи какого-то чувака гопстопнуть. Отлично. Ну давайте я сейчас в лагерь. Перекантовочка. А, так, надо их пока. А, что я могу приготовить для начала? Давай. Охотница. Могу хлебушка. А, жареную свинину. Соль есть. А, ну давайте, слушайте, почему нет? Все, и опыт будет идти. Ну, хлеб не могу, потому что пшеницы нет. Ну и ладно. Так, вам платить не надо зарплату пока. Хорошо, что нет. Так, нате вам яблочко. Нужно такой сбалансированный рацион. Отлично. Так, все, все на мази, у всех все хорошо. Денег пока не надо. Ну что ж, и беру еще одно задание. А, нет, подождите, пока не беру. Уйти. Схожу в го... Это, куплюсь, хотел сказать, в город. Скуплюсь, закуплюсь еще места у этого пацана. Пожарим. Соли тоже куплю. По весу пока нормально. Так. Что у меня, фруктики есть? А, можно, кстати, пшеницы купить у нее. Хлебушек хорошая тема. Так, воровать ничего не надо, и так хватает проблем. Так, у тебя что тут? Ну, цены уменьшились, конечно, не настолько, чтобы я мог купить. А, слушайте, по 45. А, шерстяная ткань, керамика. А, керамика мне 67 все-таки стоит. Ну ладно. Так. А, и. Блин, что-то тут много ходит всяких петухов. Выйти не могу. Я сейчас из города выйду, они могут на меня напасть. Так, сохраниться бы. Так, сохранился. Ну все, тебе можно брать задание второе на баблосике. Так, тяжело. Ну этого мужика я еще не смогу завалить. А вот этих можно, кстати. Внизу где-то, да? Средний. А, подождите. Принять. А поторговаться не могу с заданием? Да, что-то не могу. Странно, раньше можно было. Окей. Принять так принять. Кстати, а что это за пацаны? Сучить. Смог там? Нет, это не нужно, ладно, пока. Все. Так, получается мне идти вот здесь убить кого-то за... А, ну тут развалины. По пути что можно? Шахтерская неудача. Ладно. А, мне шахтер нужен, да. Мне нужен наемник шахтер. О, кого я вижу? Кого я вижу? Чуваки с броней идут. Можно, конечно, и украсть. Можно и купить. А можно ничего не делать. Ну, броня мне особо не нужна. А, слотовая броня. Ну, такое, не особо не нужна. И оружие не очень. Поэтому нет. Даже грабить их не буду сегодня. Так, ну все. Ой, красота. Что-то там как-то жестко. Стража. Стражниками я не очень хочу встречаться. Так, 96 нужно выплатить пацанам жалование. Ну, это потом. При следующем отдыхе. Оплата пройдет. Так, ну мне по прямой чисто. А куда по прямой? В гору получается. Еще куда-нибудь. Да, получается, куда-то в гору. Где-то крюк где-то у меня был. А, крюк вообще тут. Да, ладно, погнали в гору. Можно, конечно, было бы этих чуваков что-нибудь купить, но у меня все равно и денег мало. 500 голды это очень мало. Потому что только 96 выплачивать им, это на несколько дней. О, зато я вижу вот что. Опа, хорошо. Это уже удачный заход, кстати. Вообще, две этих самых покрафтить можно будет броньку. Так, ну все, теперь нужно напрямик идти в этот самый. Чтобы стопнуть каких-то бандосов. Нормально. А это что, это заключенные какие-то? Не
тоже робстопать, но пока не буду. Мне больше интересно бандиты. Мы бандитас, ганстеритас, мы стелянтас, убивантас. Ой-е. Так, а вот там кто-то ходит, это волки или бандиты? Бандиты. Ну все, сейчас я бандитов атакую. Нихрена себе. Так, стопы, стопы. Сохранился на всякий случай, потому что чё-то их там до хрена. Написано средний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Ё-пай-сотэ. 6 на 6. Ну, если учесть, что я каченый. Каченый, перекаченный. Ну, они... Ох, ни хрена себе. А, это мои, это мои. Или нет, нет, это не мои. Это бандиты. Блин, ну лучники, конечно, не очень. Это чувак самый такой жесткий тип. Так, конечно, есть еще тут 34. Блин, жестко, жестко. Конечно. Надо сразу врываться и их окучивать. Так. Ну, естественно, мы этого поставлю, пацана. А, ну тут еще есть. Там же сюда. А, там их трое. Не, давайте вот все-таки вот так. Идем мы с топором, пацан. Не, ну вот этого ворвется, она сразу убьет. А, она убьет вот этого. Баба. Ну, как-то так. Как-то так. Так, можно, конечно, ворваться этому накуканить. Блин, ну все равно куканить и куканить. Давайте все-таки бабой воруюсь, наверное. А, и свяжу лучников лучше боем, а то сейчас они этим начнут кидаться. Отлично. Так, ну лучник уже свое принял, 100 грамм. И чё? А, он просто бежит. То есть этот лучник уже выведен из боя, конечно, он тот еще будет сейчас вот я... Как... А, не, да, поджог. Вот чего и боялся, кстати, вот почему я говорю, лучников сразу боем связывать. Чтобы он это самое не возмущался. Так, а это у меня кто? А, это Викс. Его не пробить. Можно тогда... Вот этого накуканить, пацана. Потому что он тоже очень, очень силен. А если сейчас еще щит налажу, то вообще зашибись. О, еще и поджог дурачка этого. Ага, к бабе пошел, да? Ну, сейчас пойдет этот товарищ. Так, ну да. А кто ходит, кстати, потом? Ходит вот этот чувак, да? А вот этот у нас походить может сюда и сюда. Ну, давайте попробуем. Сначала вот этого пнуть. А потом вот этому секануть. Отлично зашло. Больше потерял. Так, ты ходишь потом. А, если обоим свяжу, он может секануть. Потом кто ходит? Лучник. Лучник лох. И потом этот мужик ходит. Давай пойду к мужику. Все-таки попробую его связать боем. И в спиняку ему потом насовать. Ну все, все правильно, нормально. Прицелим. Ну прицеливайся дальше. Так, ну и последний лучник. Сейчас я как-нибудь зайду ему в спину. И прямо ему... Секану. Опа, хорошо. Опа, сейчас вообще будет прекрасно. Не, не очень, ну ладно. Тоже неплохо. Спину напихивать ему. Так, кто там ходит? Я хожу, да? Так, ты, значит, вот так-то вот. Могу... А, лучника, лучника. Ну, давайте лучника все-таки свяжу. На тебе топором. На тебе... Вот так вот. Ну все, больше ничего не могу. Так, ну у них этот лесоруб. Ага, пацана кидается. Блин, ну пацаны жесткие, жесткие. Я после этого боя, наверное, придется очень жестко лечиться. Особо тут на таком бою не заработаешь. Так, что, кто у нас ходит? Вот этот лучник, да? Ну давайте его прирежу.
Слушай, он тут отъехал, может, от яда отъедет. Ну давай от яда. Все, а, хорош. Так, следующий кто входит? Следующий входит, непонятно кто. Вот этот чувак. Ага, значит, надо ему напихать. Так, подожди, а вот этот ты можешь, если по кругу. А, ты связан боем? Тогда нет. Тогда не ты. Тогда вот ты. Давай я там в спиняк ему. О, чё это такое вообще не учишь? Ни о чем. Он жесткий, кстати, тип. Ох, так и убить могут. Так, давайте тогда. Оба! Приложила. Неплохо. Так, ну и идем сюда. Нужно этого пацана со спиняки надо херачить. На пуск оставим. Блин, вот пацана могут сейчас просто очень жестко посануть. Так, пробую добежать до вот этого. Так, ну прицеливайтесь. Дальше так, ты стоишь. Ты сейчас, да? Давай вот этого. А, ходил. Это только ты. Минус. Отлично. Очень даже неплохо. Окружаем пацана. Отлично. Так, ну и давайте вам сразу кину. Так, и поджог еще. Как меня подожгли, так и я поджог. Так, кто у нас ходит? Ты ходишь, да? Нормально. Конечно, не огонь. Ну, что есть, что есть. Так, кто там? Это сейчас, да? Вот этот, наверное, уходит. И вот этому в спиняку, наверное. Или вот этому. Да, вот этого все-таки добьем. Жестко он тип, конечно. О, хоть ядом его немножко полсануть. Ой, поджог, кстати. Я сейчас его поджог хочу делать. Отошел от меня, да? Ударил и ушел. Так. Дальше, кто тут у нас этот, да? Баба, если вот этому сейчас соданет, сколько она может ему снять? Лучше. А если обойдет сюда? И вот этих двоих. А, одного тут надо, да? Отлично, хорошо. Очень хорошо. И добить его только. Все, отлично. Так, ты. Давай, зайди ему в спину. И секаник ему. Отлично, хорошо. Так, ну и уйди куда-нибудь. Чувак сильный. Ой, поджег эту девку. Так, кто у нас? Вот этот может отойти и добить вот этого пацана нужно. По-хорошему. Во, связал его боем. Ох, хорошо ему зашло в спиняку.
горение на него повесил. Это пока тоже походит, весь сгорит. Все горят. Вот, вот так один лучник подозрел вообще всем малину. Кто там ходит? Вот этот ходит, да? Недальновидно у него было. Ух, вот это его вообще зашло по красоте. Отхожу. А, нормально, вытянет. Ну все, это этого почти обоссали. Давай, подходи сюда. И сразу двоих, наверное. Приложи-ка. Так. А, нет, ты можешь подойти сюда. А, не смешно. Ладно, давай тогда этого. Добей. Хорош, вот это ему саданули. Горит. Так. Нет, никого не отпускаю. Подходим к этому теперь. Окружаем петушка. Так. Давай, лучница. А, только ты можешь ходить? Чуть-чуть. Хочу лучницу. Все это... садану. Не подойду вообще, окружу... А, не получится подойти. Ну ладно. И тогда сейчас сдохнут все. Давай, подходи. Добивай этого петуха. Да, пора заканчивать с ним. Ох, не... лук неплохой. Куча цветов, бронька. Обобрать. Исцелить. Продолжить. Еще цветок. Ой, там внизу можно взять этот... еще штуку эту. Так, первым делом сохраниться. Так, все. Кстати, у меня лучница. Дай я посмотрю, лук у нее. Плюс 5 ловкость, плюс 6 мощный выстрел. Ну, давайте. Опа, вообще класс. Горящая стрела теперь есть. Так, 18. А, ну тут тоже есть. Ну, тут надо чинить пиранек, чтобы понять, что нужно, что не нужно. Так, ну в принципе. Ух, там еще цветок. Еще на одну хилку. А, ну и они как раз хотят отдыха. Ну сейчас им денег. Жратву, деньжат. И вообще будет классно. Так. Я могу хлеб, кстати, сварить. Да? Да. Все, давайте. Нате вам хлебушка с мясцом. Что еще давайте на... А, нет, у меня со много этого. Рыбку. О, нет, рыбку тоже много. Что ж еще такое? Два. И вот эту крисбургер. Заплатить. Отдохнуть. О, получение боевого опыта 15% больше. Ой, чувак что-то хочет. Точнее, баба. Давайте пообщаемся с ней. Так, надо сказать, аж гордость за себя берет. Можно даже утверждать, что отряда без меня не обойтись. Так, получает опыт близким спутникам. Три отношения с близкими. Получает опыт... Кстати, обучить. Ну, давайте всех. Ой, пацанчик у нас качнулся. Что тебе можно качнуть? Сила, конечно же, сила. Тут вот даже... гадалки не ходи. Так, какой-то из навыков, конечно. Каждый раз, когда враг приближается в бою, атакует соседнего союзника, наносит 15 урона. О, когда боец находится рядом с союзником, ему дается жесткость. Пассивный. Дальнобойные атаки накладывают статус дисбаланс. Не знаю, сомнительно. Вот. Вот это вот, мне кажется, союзнику
помогать, это очень даже неплохо. Так, ну и все, выдвигаемся дальше. Сдать надо квесты, взять вон там, а не, металл где-то был. О, 99, скоро закончится моя, это самое будет обнести, так сказать. Срок давности преступления закончится. Ну а сколько уже можно ходить? Под 200. Но зато я украл меч. Классный. Бронь. Или что там? А, топор. Топор классный украл. Бронь украл. Где у меня? Вот бронька классная. Молот классный украл. Хотя сейчас можно уже скрафтить что-то такое подобное. Но все же. Крафтить не воровать. Так, все, возвращаюсь назад. Надо аккуратно, чтобы не спалиться. Кстати, а вот тут в маяк, если зайти. Зачистил этот маяк, кстати, тут был сундук. И я тут тоже полутал тут броньку какую-то, по-моему, оружие что-то полутал такое. И от бандитов зачистил этот маяк. К сожалению, больше бандитов нету, зачистить не могу. А жаль, я бы еще раз зачистил. Так, возвращайся обратно. Аккуратно, главное. Надо будет, естественно. А что на ферме можно изучить. Похлебка. Женщина что-то тут пригорюнилась. Дать ей требуется медальон или усилует. Что-то какая-то шняга. А медальон не продавал сейчас? Ну, какой-то был. А может, подождите, у меня есть сундуки, медальон. Я каких-то бандитов убивал. Медальон. Нет. А может, у меня одет какой-нибудь? С полком. Просто медальон. Да ладно. Мне просто нужно полечиться. В этом весь прикол. Опа-па-па-па-па-па, это можно встрять нехило так. В обход это можно обойти. Блин, тут не обойдешь ты. Тебе по дороге вот идти. Пойду в обход, лучше обойду. Вот так вот. Преступление, как говорится, и наказание. Сегодня ты кого-то гоп-стопнул, а завтра ты теряешь деньги на том. На это самое. На обходах. Ну, это все же безопаснее, я считаю. Не, ну все равно для быстрой прокачки как бы украсть. Ну надо. Иначе я тут можно ходить бесконечно. Так, все, мне под прямой наводкой до города бы дойти. Без всяких проблем. А, не, вот так вот. А, так у город вот он. Так, зайду с той стороны, там обычно мунтов нету. С этой стороны. Все. Отлично, сдаю задание, забираю награду. Что у тебя еще есть? Можно еще каких-то легких убить бандитов, тяжелых можно убить каких-то бандитов. Ну пока нормально. Нормально иду. Можно починиться, я думаю. Да? Починить. А что за броня такая? 14. Ну это я продавал. 18. Так. Что за книжка? Вот это оптимизирует работу с броней по методу Тинтамотус. Материал для починки и деревенские кузнецы устанавливают дополнительно 5 брони. Вот, это возьму книжку. 510 не жалко. Так, что у меня. А, кстати. Ну я могу книжку просто изучить. Окей. Все. Так, что у меня тут находится в инвентаре? Так, лук нужен мне, нет? Я его продам, наверное, в ближайшей таверне. Так, 4 этих цветочка, эти цветочки сюда. Можно лекарство сделать? Да. Бутылки я взял? Сделаю лекарство.
Лекарства лишними не бывают. В дальний поход тем более. Вот, даже два могу сделать. Отлично. В дальний поход и идти. Масло какое-то можно сделать, но денег нет. Так, ну и кузницу, наверное, продам. А, нет, подожди. Продавать кузнецу что-то. Давайте-ка посмотрим, кто что может одеть. Так, у тебя 18, оборона 11, критический урон 6. Движение, критический удар 3, движение. А, слушайте, вот это даже поинтереснее получается, моя наверное, нет. Она не может одеть, да? Жаль. Тоже не может. Средняя броня. Кто средняя броня носит? О, это вообще слотовый даже, это чёрный. Он пробьёт. 20. Это вот ты, наверное, да? Да, можешь, но у тебя круче оборона. У тебя тут по-любому короче. Да, ну, в общем, некому эту броню пока одеть. Но выкидывать ее как-то не очень хочется. А, оборона 18, наверное, 4. А, ну, у меня есть какая, получается, тяжелая и средняя. Так, оставлю, в общем, две эти броньки. Так, заодно цветы сложу. Лук продам. Лук не нужен. Лекарство пускай в инвентаре будет. Бутылки сложить. Отмычки тоже. Ну все, в принципе, как надо, я считаю. Можно сохраняться. И, наверное, на этом закругляться, друзья. Две этих самых... Два задания выполнены. Сейчас еще, наверное, сбегаю парочку заданий, выполню за кадром. И пойду какие-нибудь квесты выполнять. На этом все, друзья. Как обычно, забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Между делом можете зайти на наш сайт. Ну и оставлять ваши комментарии. Всем удачи, всем пока.